Есть силы такие, которые следят за человеком. Есть люди обычные, родившиеся для того, чтобы умереть. А есть люди необычные. Это люди, я их называю реактором, значимые. Они могут и не знать этого, и, как правило, не знают. Вот такие люди обычно за них либо деструктивные силы борются, либо конструктивные. Как обретается это все? Допустим, была бабушка, или, допустим, в роду кто-то жил, и эти люди в роду, они очень молящиеся были. То есть молились все время, молились за детей своих, молились за там, все, что угодно. Себе ничего не желая. То есть прожили и отмолили. Таким образом, примолили к себе высшие силы, которые наблюдают за такими людьми. Но вы должны знать, когда высшие силы наблюдают за такими людьми, вот почему у молящихся очень часто в дальнейшем появляются проблемы в семье. Говорю это серьезно. Допустим, там бабушка очень сильно молится, а внук потом употребляет наркотики. Или дочка там становится алкоголиком. Почему? Ведь, казалось бы, человек наоборот должен получать только хорошие моменты жизни. Он верит, и эта вера, она достигает, если так можно сказать, ушей высших сил, понимаете. Такое есть и у мусульман, и у христиан, у кого угодно. Не стоит забывать о том, что чем больше на человека смотрят высшие силы, тем сильнее такой человек привлекает внимание и других сил, деструктивных. Так душа, которая отмолена бабушкой, должна стремиться, по ее мнению, к Богу, на нее, чтобы она не попала к Богу, будут особое внимание обращать силы тьмы или по-другому бесы. Именно поэтому, если один человек очень молящийся или один человек очень духовно развивается, то есть такой вариант, что рядом находящиеся люди могут, и даже этот человек может испытывать сумасшедшие, нереальные, бешеные соблазмы. Также для того, чтобы изменить судьбу такому человеку, должны быть препятствия. Почему? Потому что когда человек стремится к чему-то, что может изменить его судьбу в лучшую сторону, а это не должно произойти, то будут находиться деструктивные силы, которые будут препятствовать ему. Так у одного в судьбе написано «умереть от там, саркомы». И вдруг находится человек, который говорит, есть духовные практики, можно попробовать там целительство, и, возможно, какая-то практика, код, там, мантра и так далее, может повлиять, и он не умрет, еще проживет. Силам, которые следят за тем, чтобы этот человек прожил деструктивно и умер от этого, они заинтересованы, чтобы у этого человека судьба не изменилась, чтобы все было. Почему? Одна судьба может изменить весь мир. Одна судьба. Поэтому, если вы выбрали сангая или там, семинар, связанный с увеличением материального, при этом вам плохо сейчас материально, то вам будет чрезвычайно сложно его покупать. О чем это говорит? О высокой эффективности данного семинара или данного тренажера.